Всех приветствует Отвертка, канал домашнего мастера, и наш новый партнер – сайт kagadget.com. Нескучный сайт о технике. Сегодняшнее видео – большой обзор Asus Pro Art Studio Book Pro 17W700. Портативная рабочая станция для самых креативных. В прошлом году Asus представила обильное количество устройств линейки Pro Art, которая ориентирована на работу с фото, видео, 3D-графикой, визуальными эффектами и прочим подобным контентом, который требует производительного железа и хороших экранов. В линейку входят ноутбуки, десктопы и мониторы. В декабре компания объявила о скором начале продаж первых ноутбуков линейки в Украине. И они действительно в ближайшее время наконец-то появятся. К нам на обзор приехал как раз один из этих ноутбуков. Большой 17-дюймовый Asus Pro Art Studio Book Pro 17W700. Это не флагманская, но весьма производительная модель, которая будет доступна в нескольких конфигурациях. Итак, поехали разбираться, что это за железяка. Итак, представляем Asus Pro Art Studio Book Pro 17W700. Производительный ноутбук с 17-дюймовым IPS-дисплеем, мощным процессором Intel, вплоть до линейки Xeon, до 64 ГБ ОЗУ, дискретными видеокартами NVIDIA линейки Quadro и быстрыми SSD-накопителями. Ну а теперь вопрос, чем же он нам интересен? Итак, данный гаджет оснащен большим 17-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением WUXGA 1920 на 1200 и цветовым охватом 97% цветового пространства. Внутри у нашей конфигурации установлен процессор серверной линейки Intel Xeon E2276M и дискретная видеокарта NVIDIA Quadro T2000 с 4 ГБ видеопамяти. В Украине будут доступны конфигурации с Intel Core i7-9750H и NVIDIA Quadro RTX 3000. Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, а в качестве накопителей могут быть установлены два PCI-Express 3.0 на 4 NVMe SSD по 2 ТБ каждый в массиве RAID 0. Именно максимум и установлен в нашей конфигурации. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, тачпадом, который совмещен с сенсорной цифровой панелью, и обилием интерфейсов, включая Thunderbolt 3 с поддержкой DisplayPort 1.4 40 гигабит в секунду, 3 USB 3.1 Gen 2 Type-A разъемы 10 гигабит в секунду, HDMI 2.0, высокоскоростной кардридер стоит до 312 мегабит в секунду, SD 4.0, ухо S2, и поддержка имеется на борту Wi-Fi 6. Довольно-таки неплохой фарш. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию. Asus Pro Art Studio Book Pro 17 приехал в черной картонной коробке с минимальным количеством полиграфии. Внутри еще две коробки поменьше, в которых находится весь комплект. А именно сам ноутбук, блок питания, силовой кабель и переходник с USB на RJ45. Ну а теперь давайте разберемся с внешним видом и конструкцией. Asus Pro Art – довольно крупный ноутбук, и в целях уменьшения веса его корпуса его сделали из разных материалов. Нижняя крышка и окантовка дисплея пластиковые, рабочая поверхность сделана из легкого, но прочного магниевого сплава. Судя по всему, это тот же сплав, что использовался в Asus Expert Book B9450. У нас есть отдельный видос на него, про него милости просим к просмотру. Итак, внешняя крышка похожа, что из более традиционного алюминиевого сплава. Она имеет диагональную шлифовку, весь корпус интересного серо-голубого цвета, а декоративные вставки логотипа Asus и полосы золотистые. Толщина корпуса составляет 18,4 мм. Это один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro внутри. Сзади расположилось обильное количество вентиляционных отверстий. Все порты расположились на боковых гранях ноутбука. Их внушительное количество.
На левой грани есть гнездо для замка Кенсингтон, вентиляционное отверстие, порт для подключения блока питания, USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, дисплей-порт 1.4, HDMI разъем, USB 3.1 Gen 2 разъем, комбинированный аудиоразъем и SD-картридер. Он поддерживает стандарт UHS-2 и имеет максимальную пропускную способность 312 МБ в секунду. Как можно было заметить, все порты смещены к передней части ноутбука, что обусловлено особенностями системы охлаждения данного ноутбука. Справа расположились только два порта USB 3.1 Gen 2 и наши вентиляционные отверстия, ребятки. Спереди вырез, чтобы поддеть пальцем крышку, в котором разместили светодиодные индикаторы. Довольно-таки неплохое место. Над клавиатурой расположилась широкая площадка с перфорацией для системы охлаждения. Правее разместилась кнопка включения ноутбука. Верхние и боковые рамки вокруг экрана тонкие. Подбородок получился существенно шире. Над экраном разместились HD-веб-камера, это хорошо, и набор микрофонов, тоже неплохо. Снизу, опять же, немало отверстий системы охлаждения, решетка стереодинамиков и прорезиненная вставка по всему периметру для устойчивости ноутбука на столе. Ноутбук собран хорошо и выглядит весьма стильно, но габариты 382 на 286 и на 18,4 мм и вес 2,39 кг не самые комфортные. И если вес на спине в рюкзаке будет не так сильно ощущаться, то габариты подойдут не ко всем отделениям для ноутбуков. Из трех имеющихся рюкзаков ноутбук влез только в один. Размеры все-таки солидные. Ну а теперь следующий вопрос. Насколько удобно пользоваться данным гаджетом? Итак, шарнира 2. Они расположены по бокам. Они очень надежно фиксируют экран в желаемом положении, но открыть ноутбук одной рукой, к сожалению, не получится. Ноутбук можно открыть на 180 градусов. Некоторые не уверены, что это какая-то жизненно необходимая возможность, но она есть. Подладонная область имеет приятную структуру с диагональными полосами. В ноутбуке используется практически стандартная ультрабучная раскладка без дополнительного цифрового блока. Последним столбцом установлены кнопки Delete, Home, Patch Down, Patch Up и End. Верхний функциональный ряд и блок стрелок уменьшены по высоте. Блок стрелок немного отдален от основного. В целом раскладка удобна и практически стандартна. На привыкание времени почти не требуется. Но все-таки она выглядит немного странной в данном случае. Отступы по бокам очень большие, и полноразмерная раскладка вполне бы поместилась. Тем более, что у Asus ZenBook 15, который меньше по размерам, она установлена. Клавиши удобные, с ножничным механизмом и ходом 1,4 мм. Нажимается в меру мягко, но вполне конформативно. Пользоваться удобно. Есть белая подсветка с несколькими уровнями яркости. Слева ниже клавиатурного блока разместился сканер отпечатков пальцев. Тачпад средних размеров с хорошей чувствительностью и комфортным покрытием, по которому палец хорошо скользит. С помощью сенсорной кнопки в верхнем правом углу тачпад превращается в сенсорную цифровую панель. Продвигаемся по нашему видеоролику. Следующий важный вопрос – насколько хорош экран данного гаджета? Итак, Asus Pro Art. В нем установлен IPS-экран с диагональю 17 дюймов, разрешением 1920 на 1200 и WUXGA. Соотношение сторон не совсем привычное, 16 на 10. Это сделано сознательно, чтобы во всяческих редакторах фото, видео, при работе с 3D-графикой и прочим помещалось больше панелей с инструментами. Экран очень хорош по качеству, углы обзора максимальные, цвета очень насыщенные и яркие. Запас яркости тоже приличный, в помещении более чем 50% уже становится не очень комфортно, так что хватает этого дела по-любому. Ну а теперь следующий вопрос. Что с производительностью и автономностью?
Итак, в попавшей к нам на обзор конфигурации Asus Pro R Studio Book Pro 17W800 установлен процессор Intel Xeon E2276M. Он включает в себя 6 ядер и поддерживает многопоточность 12 потоков. Базовая тактовая частота составляет 2,8 ГГц, турбобуст до 4,7 ГГц. TDP-шка составляет 45 Вт, кэш-память 12 МБ. В продажу у нас поступит ноутбук с более привычным и весьма производительным процессором Intel Core i7-9750H. Он также шестиядерный, с поддержкой хипертрейдинг 12 потоков. Частота 2,6-4,5 ГГц, кэш 12 МБ, L3, 45 Вт TDP-шка. Оперативной памяти в нашей конфигурации 64 гигабайта. Это максимальный объем, который поддерживает ноутбук. Он работает в двухканальном режиме. Используется два модуля по 32 гигабайта стандарта DDR4. Скорость 2666 МГц. А по коммуникационным возможностям у ноутбуков все в лучшем виде. Wi-Fi 6 со всеми наворотами, Bluetooth 5, а также можно подключиться к сети по кабелю через комплектный переходник на RJ45. Идем далее, разбираемся с графикой. Итак, встроенный графический ускоритель Intel Ultra HD Graphics 630 включает в себя 24 исполнительных блока. Частота составляет от 350 до 1200 МГц. В качестве дискретной графики установлена NVIDIA Quadro T2000. В ней установлен чип GPU NVIDIA TU117 Turing. Она включает в себя 1024 CUDA ядер, 64 текстурных и 32 растровых блока. Частота от 1575 до 1785 МГц. Объем памяти 4 ГБ GDDR5. Если проводить параллели с более привычными моделями GeForce, то ближе всего находится карта NVIDIA GeForce GTX 1650, но у NVIDIA Quadro T2000 выше частота. У нас будет продаваться конфигурация с более производительной NVIDIA Quadro RTX 3000, которая поддерживает трассировку лучей в реальном времени. Итак, система охлаждения ноутбука. Это его самый спорный момент. Да, стоит учитывать, что у нас инженерный образец, но все-таки. По шуму система охлаждения не критична. Ее хорошо слышно при максимальных нагрузках, но она тише, чем у мощных игровых моделей. А вот тротлит системы на максимальных нагрузках ощутимо. Внутренности разогреваются в среднем до 96 градусов, а уровень тротлинга около 30%. Хотя при обычном использовании так нагрузить ноутбук будет крайне сложно. Ну а теперь накопители. В качестве накопителя используются два SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-Express 3x4. Если быть точным, то два Samsung PM981. Очень интересные железяки. Опять же, это максимальный вариант. Они объединены в массив RAID 0. Дисковая система демонстрирует крайне высокие показатели по скорости. Скорость чтения до 5750 МБ в секунду, а запись около 3050 МБ в секунду. Достойные показатели. Данный гаджет позиционируется по большей части как рабочий инструмент, хотя и поиграть на нем можно будет без проблем на высоких и ультра настройках. FPS-ики будут летать. Так что ноутбук позволяет расслабиться и вполне комфортно поиграть. Но напомню, в Украине будет конфиг с NVIDIA Quadro RTX 3000, которая гораздо производительнее. Идем далее. В ноутбуке используется трехячеечный аккумулятор на 57 Вт-часа. Учитывая производительное железо, большой дисплей и само по себе вот основное назначение ноутбука, ожидать длительного времени автономной работы было бы глупо. Для работы с требовательными приложениями типа Premiere Pro и так далее, в любом случае нужно подключать блок питания. В экономичном или экономном режиме производительности и браузерном сценарии работы ноутбук живет около 5 часов. Нормально. В режиме максимальной производительности чуть более часа. Ну а теперь давайте рассмотрим аудиосистему. Она состоит из двух динамиков, которые расположились в передней части нижней крышки. Звучат они неплохо, как по качеству, так и по громкости. И для просмотра фильмов или видосов на YouTube их достаточно. Для работы со звуковыми дорожками я все-таки бы рекомендовал использовать наушники.
Что касается предустановленного программного обеспечения, то его в ноутбуке минимум. Упомянуть стоит, пожалуй, общую утилиту MyASUS для скачивания обновлений, мониторинга состояния ноутбука и прочих полезных мелочей. Ну и по окончании нашего видоса подведем общую черту. Итак, ASUS Pro Art Studio Book Pro 17W800. Интересный, но довольно нишевый ноутбук. Он подойдет тем, кому нужен производительный персональный компьютер для работы с тяжелыми приложениями в формате ноутбука, который реально транспортировать в офис и домой. С этими задачами он справляется. ASUS Pro Art оснащен очень производительным железом, большим объемом оперативной памяти, крайне быстрой дисковой подсистемой из двух M2 PCI NVMe SSD, которые объединены в массив RAID 0 и великолепного качества большим дисплеем. К этому стоит добавить обильное количество портов, включая полноразмерный USB, HDMI, Thunderbolt 3 и быстрый кардридер для SD-карт, что очень облегчит жизнь тем, кто работает с видосами. К спорным моментам, пожалуй, можно отнести только систему охлаждения, которая не справляется со своей задачей при пиковых нагрузках, в результате чего система начинает ощутимо тротлить. Итак, целевая аудитория ноутбука – это создатели различного видео, фото, 3D-контента, и в данном разрезе основным конкурентом, само собой, будет MacBook Pro. Он по стоимости приблизительно совпадает с героем нашего обзора, и выбор скорее будет стоять между 10-й Windows и MacOS. Вышеупомянутая конфигурация с Intel Core i7-9750H и NVIDIA Quadro RTX 3000 появится у нас в ближайшее время и будет стоить достойные $3200. Итак, от нашего канала 5 причин, чтобы купить ASUS Pro Art Studio Book Pro 17W800. Это отличный дисплей, высокая производительность, очень быстрая дисковая подсистема из двух M2 накопителей PCI Express NVMe SSD в массиве RAID 0. Внушительный набор портов, включая полноразмерный USB, Thunderbolt 3 и быстрый SD кардридер. Ну и стильный дизайн и качественный материал. Но теперь одна причина от нашего канала, чтобы не покупать данный гаджет – это перегрев и тротлинг при пиковых нагрузках. Но все-таки выбор на нашем канале есть по-любому. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.